Вечером того дня, когда это началось, Борис едва не наступил на маленькое, размером с небольшую кошку, живое существо. Оно медленно и неуверенно ковыляло по заросшей травой обочине грунтовой дороги, являющейся одновременной границей между секторами старого района, застроенного частными одноэтажными домами. Было около 8 часов, и на прохладный майский вечер уже опускались сумерки. Странный зверек пепельно-серого окраса передвигался поперек короткой тропинки, утоптанной от дороги к калитке в заборе. И Борис как раз собирался открыть замок, чтобы попасть на свой небольшой участок. Мужчина мог бы поклясться, что секунды раньше на тропинке не было ничего движущегося. А мгновением позже Борис не заметил бы существо, потому что оно идеально сливалось с пыльной травой, да еще в полумраке. Необычный вид животного удивил Бориса. С юных лет проявлявший интерес и сострадание к мелким зверушкам, мужчина присел на корточки и протянул руку к зверьку, чье продолговатое тельце слегка поблескивало чем-то средним между чешуей и свиной щетиной. Эти толстые волоски казались острыми, но на иглы ежа нисколько не походили. Борис осторожно ткнул в животное указательным пальцем, ощутив жесткость плоских щетинок. Зверушка замерла то ли от испуга, то ли от неожиданности, повернула голову в сторону мужчины. Мордочка смотрелась тоже достаточно необычно. Она словно была продолжением круглого торпедообразного тельца, однако нос выглядел не остреньким, как у грызуна, а немного приплюснутым сверху и снизу. Глазами, если животное и обладало, то очень мелкими и незаметными. Зато рот был хорошо обрисован. Ниже плоского носа виднелась полукруглая линия. Зверек чем-то напоминал странную рыбку, вдруг отрастившую 4 лапы. Конечности животного вызывали ассоциации с ящерицей, но были прямее и больше походили на лапы мелкой норной собаки, например, таксы. Короткий хвост, сужающийся к концу, немного напоминающий заднюю часть тела какого-нибудь присмыкающегося, судорожно подергивался. «Ты кто такой?» — спросил Борис вслух. Странная зверушка слегка припала к земле, положив плоскую мордочку на вытянутые передние лапки. Это движение заставило Бориса подумать, что животное наверняка хотя бы слегка, но одомашненное. Правда, он никак не мог понять, что это за создание такое, одновременно похожее на собачку, ящерицу и акуленка. Да еще покрытое жесткими щетинами, длинными и плоскими. Наверняка, подумал мужчина, какие-нибудь олухи привезли из заграничного вояжа экзотическую тварь, привычную туземцам. А потом, как водится, наигрались и выбросили. Борис весьма негативно относился к подобной практике и к таким людям. Неважно, кого они сначала приютили, а потом решили избавиться, как от надоевшей игрушки. Кошку, собаку или коврового питона. Люди в ответе за тех, кого они приручили. С этой мыслью Борис подхватил животное за туловище, оно даже не пыталось сопротивляться, и понес к себе домой. Норман поприветствовал хозяина радостным лаем. Цепной пес, являвшийся на 3/4 овчаркой, а в остальном боксером, не был уж слишком свирепым сторожем, но и в конуру при виде злоумышленника не забился бы. Обычно Борис кормил собаку почти сразу же по возвращении с работы. Но сейчас решил немного повременить. Новый питомец уж очень сильно его заинтересовал. У Бориса с детства была привычка приносить в дом животных с улицы, за что он обычно получал от родителей суровое внушение. Лишь однажды дымчатая кошка приглянулась всем, включая не только отца и мать, но и старшую сестру. Лишь младший брат недолюбливал питомицу, но она отвечала ему тем же. Кошку отмыли, стерилизовали и оставили жить в семье Красовских.
5 лет красавица Фанни радовала домочадцев. Но потом однажды бесследно исчезла. Борис сильно подозревал младшего, который вообще отличался достаточно жестоким нравом, пойдя непонятно в кого. Но с тех пор прошло времени порядочно. С близкими родственниками пути Бориса разошлись. Недавно исчезла и жена после 7 лет брака, который дал трещину уже через несколько месяцев с момента свадьбы. Красовский до сих пор не мог взять в толк, какого черта жена вбила себе в голову, что это будет хорошей идеей. Избавиться от отдельно стоящего дома на участке со всеми удобствами, чтобы приобрести квартиру в огромном бестолковом муравейнике, хотя и в новостройке. К собакам и кошкам супруга относилась довольно равнодушно, если не сказать больше. Когда кот Фрол ждал угощения от Бориса, то непременно терся о ноги хозяина, жмурился, громко урчал и дрожал высоко задранным хвостом. Но когда Фролу готовила Алина, котяра спокойно сидел у дверного косяка и злобно поблескивал на женщину огромными зелеными глазищами. Хотя потом, конечно, накидывался на еду с удовольствием. Беспринципный кот тоже куда-то однажды исчез. И Борис опять-таки подозревал близкого человека. На этот раз супругу. Тем более, что Норман, в общем-то, смелый пес, при виде Алины после пропажи Фрола начал поджимать хвост и уходить в глубину двора. Так что Борис жил сейчас один, не считая умеренно храброго Нормана, двух безымянных волнистых попугайчиков и одной морской свинки, толстой белорыжей Пенелопы. Он давно собирался завести кота или кошку, коим имел особую слабость. Но пока интересный питомец не подворачивался. Занеся в комнату найденыша, Красовский погладил его по спинке и снова спросил. «Какой же ты породы будешь, зверь?» Зверь вдруг повалился на бочок, смешно задрыгал лапками. Потом вновь встал на 4 конечности, чуть приоткрыл рот, и издал тонкий урчащий звук. В полукруглой пасти хорошо виднелись небольшие, но частые и острые зубы. Поняв, что имеет дело, скорее всего, с мелким хищником, Борис нашел подходящую посудину и разбил в нее куриное яйцо. Животное подошло к миске, понюхало и с явным удовольствием в 3 глотка приговорила белок и желток, ловко помогая фиолетовым языком. Борис удовлетворенно поднял брови, достал из холодильника несколько кусков размороженной поджарки и кинул их в миску. Сырая свинина тоже пришлась найденышу по вкусу. Сожрав 10 мясных кусочков, зверушка запрыгала по полу, стуча лапками и хвостом. Она всем своим видом давала понять, что очень рада такому приему. Борис тоже был рад. Поняв, что на какое-то время экзотическое животное вполне заменит ему кота, он на всякий случай запихнул найденыша в клетку из металлических прутьев, где раньше держал Пенелопу. Пока та не разъелась настолько, что стала испытывать дискомфорт от этого помещения. Открытый сверху вольер ей нравился больше. Мужчина покормил свой зверинец в комнате, затем вышел во двор к собаке. Норман, счастливо подпрыгивая, воспринял ужин как должное, хотя и запоздалое угощение. Но прежде чем приниматься за трапезу, вдруг подошел к хозяину, ткнулся ему в правую руку холодным носом и шумно втянул воздух. Собаку что-то встревожило. Подобного поведения Борис у нее не помнил. Пес обычно сразу же набрасывался на еду. «Тебя беспокоит этот утконос?» — спросил Борис. «Не бойся, он мирный». Потрепав пса по голове, Красовский вернулся в дом. Пора было и самому поужинать. Он поджарил мясо, отварил спагетти, открыл банку морской капусты и добавил ко всему этому плоскую чекушку водки. Отдавая себе отчет, что выпивка в одиночестве — это прямой путь к алкоголизму,
Борис частенько усаживал на стол Пенелопу или снимал клетку с попугаями, устанавливая напротив. Поднимая стопки, обязательно обращался к любимцам с какой-нибудь доброй и бодрой репликой. Животные отвечали ему редко, разве что в пятницу или субботу, когда Борис вместо чекушки позволял себе пол-литровку. Сегодня он поставил на стол клетку с новым интересным животным. Помесь собачки, рыбки и ящерки вальяжно перемещалась по внутреннему пространству и время от времени забавно гукала. Спохватившись, Красовский взял телефон и сделал несколько снимков зверушки. «Я назову тебя Лорик», — произнес Борис, опрокинув вторую стопку. «Или Лори. Когда разберемся, кто ты, мальчик или девочка, не придется ничего нового придумывать». Судя по довольному курлыканью, найденыш ничего не имел против такого имени. Ответы на публикации в соцсетях озадачили Бориса. «Не бывает таких тварей», — вынесло вердикт интернет-сообщества. Некоторые обвинили Красовского в якобы неумелой фотожабе. На одном из форумов домашних животных вообще посоветовали. Закусывать надо. Зато криптозоологи очень заинтересовались существом. Кое-кто изъявил желание приехать и посмотреть лично. А какой-то знаток, подписавшийся именем Рубиус Хадрид, определил в животном редкого и практически вымершего тасманийского варана. Борис долго пытался найти хотя бы одно описание такого ящера. Но тщетно. В интернете нашлась лишь пара упоминаний в 5 слов без внятных комментариев или снимков. Одна девушка с ником Тако заявила, что нет смысла выкладывать подобные фото в соцсети, а нужно обратиться в ближайшее отделение Академии наук. Только, разумеется, настоящий, а не во всякие Академии неестественных наук или там торсионных полей. Попытка подобрать фото в соцсетях по имеющимся снимкам Лорика привела к нахождению скана какой-то древней гравюры. На ней было изображено существо, весьма похожее на странного хищника. Та же акулья голова, те же лапы таксы, тоже цилиндрическое тело. Только хвост длиннее. Рисунок сопровождался плохо пропечатанным латинским текстом. Борис, естественно, ничего не понял, но файл с картинкой на всякий случай сохранил. Словом, Красовский был озадачен. Будучи на работе, он провел приличное количество времени, зависая на сайтах типа «Жизнь животных», за что получил втык от начальника отдела. А вопрос между тем оставался открытым. Он так и не понял, какого вида зверюга попалась ему вчера на пороге. «Зверюга, да». Борис с удивлением отметил, что Лорик подрос. Он вытянулся на добрых 5 сантиметров, да и в поперечнике округлился. Странно, что ему хватило для этого одного яйца и менее 200 граммов сырого мяса. Отвлеченно думая об этом и продолжая изучать страницы всемирной сети, Борис скормил питомцу большой кусок размороженной киты и в конце концов убедил себя в том, что действительно не понимает, какой же именно представитель животного мира ему попался. Сам же представитель был, судя по всему, счастлив. Он то и дело падал на бок и спинку в клетке. Вертелся там точно пес, повалившийся в тухлятину, издавал радостные звуки и высовывал длинный фиолетовый язык. Дерьма он оставлял прилично. Мерзко воняющие кучки Борис вытаскивал вместе с лотком и выбрасывал их в сортир. Попугайчикам новый сосед не нравился. Болтливые обычно птички теперь сидели смирно и тихо на своих жердочках и неодобрительно поглядывали на копошащегося в клетке Лорика. Свинка Пенелопа тоже побаивалась странного варана, если тот действительно был варан, и прекратила привычку высовывать мордочку поверх ограждения вольера. Впрочем, никаких проблем сверхожидаемых Лорик не устраивал. Поэтому Борис спокойно уходил на работу и был уверен,
что по возвращении узнает новое в ответах из соцсетей или форумов. Но на третий день Лорик исчез. Борис не верил своим глазам. У клетки каким-то образом отворили закрытую снаружи дверцу, и новоявленный питомец пропал, словно бы его тут и не было. Красовский обошел весь дом, обыскал двор, но тщетно. Странная зверушка исчезла, словно бы ее не бывало. Не явился Лорик и на следующий день. Вернувшись с работы, Борис закончил ритуал кормления своих подопечных и занялся ужином для себя. Приняв в организм четвертую рюмку, он услышал странный кашель со стороны входной двери. Помянув черта и очередную эпидемию легочного вируса, осторожно повернулся к источнику шума. Лорик возвратился. Борис не мог понять, каким образом варан проник внутрь, поскольку внешние двери были вроде бы заперты. Но он сразу же понял, что зверь опять подрос. Да и хвост у него заметно удлинился. Животное деловито протопало по полу, приблизилось к хозяину, чуть припало на передние лапы и, разинув акулью пасть, начало хрипеть и довольно неприлично рычать, содрогаясь всем телом. Мужчина немного даже испугался. Во-первых, если с животным случилось что-то нехорошее, подавилось оно или отравилось, то вряд ли он сумеет оказать ему помощь. Во-вторых, зрелище и звуки были поистине ужасными. Какими-то неестественными даже для экзотического создания. Наконец, животное прекратило кашлять и содрогаться, отрыгнув несколько неожиданных предметов. С трудом веря своим глазам, Борис увидел на полу 6 небольших ключей, перепачканных слизью. Ключи были достаточно обычными. 4 из них плоские, от английских замков. Один, судя по всему, мог подойти к навесной черепашке. А 6-й имел на пластике логотип Мерседеса. «Что за черт?» Борис с осторожностью собрал предметы на металлический совок. С небольшой гримасой брезгливости промыл их в проточной воде над раковиной и выложил все 6 на столе. «Ключи как ключи, что за притча? И что это за животное такое, которое никто не может опознать, и которая доставляет хозяину подобные вещи, перенося их в собственном желудке?» «Ты где их выкопал, а, Лорик?» — спросил Борис. «И зачем?» — варан раскатисто заурчал и икнул. «Ладно, в любом случае ты этими железяками не наелся. Давай-ка покормлю тебя». Лорик, кажется, понимал слова, связанные с принятием пищи. Он радостно запрыгал на передних лапах, затряс головой, начал разевать жутковатую пасть. Схарчив почти полкило свинины, тихонечко заурчал и потерся жесткой шкуркой о ногу Бориса. Совсем как кот. Красовский выпил 3 стопки, и вдруг у него мелькнула мысль. Странноватая, но, может быть, резонная. Разглядывая ключ от Мерседеса, он вдруг подумал: а какая разница этому археологу, какие именно металлические предметы таскать в своем брюхе? «Лорик, поди сюда!» — позвал Борис. Зверюга откликнулась на зов мужчины и бодро притопала из прихожей, где уже вроде бы собиралась свернуться клубком. «Смотри, дружок!» — заговорил Красовский, пытаясь понять, есть ли вообще у этого создания глаза, и как оно может хоть что-то видеть странными щелистыми бугорками по бокам головы. «Ключи таскать не надо. Но если вдруг где-то раскопаешь монеты, а еще лучше вот такие предметы, неси обязательно. Хорошо?» Борис отдавал себе отчет, что поступает глуповато, показывать странному животному металлические 10-рублевки, а также обручальное кольцо и перстень-печатку. То были единственные золотые украшения, которые Борис когда-то носил. А сейчас иной раз подумывал, а не продать ли их, учитывая скачущую галопом инфляцию и прогрессирующую жадность работодателя. Лорик никак не показал, что он понял слова хозяина. Фыркнув, ушел обратно в прихожую и улегся на коврик возле двери. В клетку он явно не хотел,
да и она стала уже маловата для зверюги, вымахавшей до размеров взрослого кота. Питомец исчез ночью или под утро. Во всяком случае, у двери на коврике никого не было. Когда Борис вышел во двор, то увидел Нормана, который сидел в будке и высовывал оттуда лишь кончик носа. Приглядевшись, мужчина увидел знакомую кучку помета на земле. Варан явно решил продемонстрировать, кто тут главный, нагадив неподалеку от собачьей конуры. Нельзя сказать, что эта выходка привела Бориса в восторг. Взяв лопату, он вынес остатки жизнедеятельности на задний двор и присыпал их землей. Пса покормил, ласково поглаживая его по голове. Лорику придется сделать внушение, но какое и как, этого пока что Красовский не мог придумать. Зверюга не вернулась ни в тот день, ни на следующий, чему Борис уже был едва ли не рад. Но в субботу утром мужчину разбудил знакомый кашель. Будучи с похмелья после выпитой накануне пол-литровой бутылки водки, Красовский убедил себя, что забыл вчера запереть входную дверь. А то как иначе Лорик попал бы внутрь. «Да, зверюга-то подросла, и притом не слабо. Что за чудовищный метаболизм такой?» Пока Борис приводил себя в порядок, до него донесся мучительный рык животного. Варан минут 10 корчился в судорогах, но, наконец, широко разинул пасть и изверг очередной улов. Красовский вытаращил глаза, думая, уж не белочка ли его посетила. «Нет, пить в таких количествах надо точно бросать». В этот раз Лорик отрыгнул десяток ключей, в том числе один довольно крупный от замка сейфового типа. Но кроме них на полу валялись несколько смятых купюр разного достоинства, 4 банковские карточки, а также кучка монет. Кроме них Борис с изумлением обнаружил 2 золотых кольца и 1 прозрачный ограненный камень довольно крупных размеров. «Ну ты даешь!» — с восхищением произнес Красовский. Бросив Лорику в миску большой кусок сырой рыбы, начал процесс очистки и изучения трофеев. Подросший питомец притащил, кроме всего прочего, почти 7000 рублей, 2 100-долларовые купюры и 1 достоинством в 20 китайских юаней. Кучка монет состояла в основном из 10 рублевок. Кроме них обнаружилась пара по 100 казахских тенге. Кольца действительно оказались золотыми. Одно было обручальным с поясками стразов, другое — изящным женским перстнем с небольшим голубоватым камушком, название которому Борис не знал. Что же касается прозрачного камня, то он сразу же поразил воображение своими веселыми искрами. Красовский пошарил в прихожей, принес в комнату небольшой кусок стекла и провел по нему острой гранью. С характерным звуком камень прочертил белую линию. «Алмаз! Так его!» Борис посмотрел в сторону лежащего Лорика с уважением. «Неужели безмозглое по сравнению с человеком существо разбирается в ценности некоторых вещей? Или, может быть, какой-нибудь тип, у которого эта тварь кормится параллельно, запихивает ему в глотку все эти предметы? Но это бред! С чего вдруг кто-то будет отдавать в никуда настолько ценные вещи? Потом ключи. Они в эту картину, даже бредовую, не вписываются совсем никак. А банковские карты? От них вообще проку нет. Не станет же Борис засовывать их в банкоматы и подбирать пин-коды методом тыка. Особенно вот эта виза интересна. Название такого банка-эмитента Красовский отродясь не слышал. Да и фамилия владельца была совершенно непроизносимой. Таец или индейец какой-нибудь потерял, что ли?» Красовский отложил ключи в сторону и свалил их в ящик, где уже лежали первые 6. Туда же бросил карточки. Более интересные предметы пересортировал и осмотрел драгоценности заново. Он знал, что бриллианты без сертификатов и оригинальных упаковок правоохранительные органы априори считают краденными. Поэтому с алмазами нужно будет быть особенно осторожным.
Держать у себя бриллиант смысла никакого нет. Его придется как-то реализовать. Вместе с колечками. Деньги нужны. Надо ремонтировать машину, менять газовый котел, да и самого себя привести в порядок тоже бы не помешало. «Лорик!» — позвал Борис питомца. «Ты молодец, хороший пес. Славный добытчик!» Пес ласково курлыкнул и устроился на коврике поудобнее. В третий раз, вернувшийся с очередной охоты, Лорик отрыгнул 11 золотых колец, некоторые были явно с драгоценными камнями. Мятые купюры на общую сумму 18 350 рублей. 650 долларов и 1200 евро. Плюс одну банкноту в 100 юаней КНР. Разнообразнейших ключей было на этот раз 16 штук. А бонусом животное притащило патрон от автомата Калашникова калибра 5,45 мм. От боеприпаса Борис решил избавиться позднее. А изучая добычу питомца, с ужасом обнаружил в кучке покрытых слизью предметов оторванный или откушенный человеческий палец. Судя по длине ногтя и наличию следов лака, палец тот явно был женским. Обручальное кольцо сидело на нем очень плотно. Красовский, приняв 150 граммов, долго пытался его содрать, но тщетно. Но гораздо хуже пальца был золотой зуб с волокнистыми следами ткани на корне. Борис попытался представить себе, каким образом Лорик добывал этот зуб, и ему стало нехорошо. «Ты где это взял, а?» — спрашивал мужчина у зверя, ставшего уже размером со спаниеля. Варан громко гукал, разевая страшную пасть. «Может, эта тварь забралась в морг?» — подумал Борис. «Уж точно она не смогла бы вырвать палец и зуб у живых людей». У Красовского имелся давно приобретенный GPS-трекер, которым он хотел снабдить Нормана, потому что по молодости пес имел скверную привычку вырваться из ошейника и убегать с участка. На момент покупки Борису очень повезло. В тот год подобные гаджеты еще считались шпионскими, и их приобретение строго каралось. Бывали случаи, когда сотрудники спецслужб хватали незадачливых покупателей прямо в отделении почты. Но Борис сумел получить посылку без происшествий, однако решил спрятать ее. Впоследствии собачьи трекеры были разрешены к использованию, но продавать с рук на руки их не рекомендовалось. От греха, что называется, подальше. Борис нашел шлейку, которая ранее не пригодилась, но оказалось Лорику вполне по размеру. Укрепил на ней гаджет и загрузил на телефон необходимые приложения. Теперь будет ясно, где бродит тварь в поисках сокровищ. Борис несколько раз показал питомцу золотые кольца, а также евро и доллары. В надежде, что добытчик не станет больше связываться с ключами, боевыми патронами и другими бесполезными артефактами. На завтра Красовский собирался поездить по городу, скинуть немного валюты и предложить драгоценности скупщикам. Он знал, что есть места, где не спрашивают документы. Правда, там дают меньше, чем в сетевых ювелирных магазинах или крупных ломбардах. Но его вполне устраивал налог на спокойствие. Мало ли кому принадлежали эти кольца и зубы, черт бы их подрал. Борис к тому же начал не на шутку опасаться, что кто-нибудь вздумает предъявить права на украденные Лориком предметы. Или хуже того, на самого Лорика. Мужчина допоздна сидел за компьютером, читая криминальные новости и удаляя все свои записи и фото, связанные с удивительным животным. Информацию так или иначе получилось убрать из общего доступа, но никаких новостей о пропаже колец вместе с пальцами найти не удалось. В итоге Борису надоело пялить глаза в монитор, и он отправился на боковую. Лорик уже тихо спал на коврике у двери. Его бок едва заметно вздымался и опадал в такт спокойному дыханию.
Красовский покачал головой и бросил палец, в итоге лишившийся кольца, в печь. «С утра нужно будет все хорошенько протопить». Утром коврик в прихожей опустел. Борис приказал себе перестать удивляться невероятным возможностям Лорика проходить сквозь запертые двери. Наверняка в доме где-то имеется дыра, о которой он, Красовский, может не знать. Правда ведь? Протопил печку, снова полазил по интернету. Убедившись, что криминальных новостей на интересующую его тему не добавилось, вывел из гаража старую Короллу и отправился в путь, думая, насколько все-таки удобнее во всех отношениях жить в частном секторе. Бриллиант оказался весом в 54 сотых карата, третьей степени чистоты, то есть довольно высокой. Скупщик предложил Борису 70 тысяч рублей, на что тот сразу же согласился. Правда, по возвращении домой выяснил, что реальная цена как минимум в четверо выше. Голубой камень в кольце оказался сапфиром и тоже ушел за неплохие деньги вместе с золотыми изделиями. После сдачи валюты в банке Борис удовлетворенно пересчитал наличность, потом заехал в торговый центр, где прилично обновил себе гардероб. По пути домой позвонил на рекламируемую СТО по Тойотам и записался на комплексную диагностику автомобиля. Его давно беспокоили стуки в подвеске, беспричинные капризы стартера и пинки коробки передач. С газовым котлом надо тоже будет решать вопрос, но позже. Авось Лорик притащит еще чего-нибудь доброго. Попытка отследить питомца ни к чему не привела. Телефон показал, что в 4 утра носитель гаджета пересек городскую окраину, прошел восточной стороной кладбища и остановился примерно в 6 километрах от него, где находится давно заброшенный совхоз. Борис знал это место. Он видел полуразрушенные корпуса, когда выезжал за город по каким-то делам. Они были обнесены колючей проволокой, по слухам, там давно начали обретаться лихие люди. И шастать по этому объекту Красовскому даже при свете дня совсем не хотелось. Однако координаты точки GPS на всякий случай зафиксировал и сохранил. Замерший на долгое время маячок указывал, скорее всего, на то, что животное каким-то образом его скинуло. Борис очень хотел надеяться, что это так. Лорик появился только через 4 дня. Когда Борис уже начал серьезно беспокоиться, не погиб ли любимец, чего доброго. Но нет, зверь был жив и здоров. Более того, он опять увеличился в размерах и теперь выглядел точно крупная псина. Боксер или доберман. Шлейки с гаджетом на нем не было. Не исключено, что тонкий ремешок просто лопнул, поскольку плечевой пояс бестии стал шире, нежели был прежде. Кроме того, у него сильно удлинился хвост, став действительно похожим на вараний. Бока у животного заметно раздулись, и было из-за чего. Потрясенный Борис, дождавшись окончания судорог и кашля Лорика, долго пересчитывал очередную добычу. Улов был приличным. Две золотые цепи поистине бандитского типа. 9 золотых колец, 1 бриллиант, чуть меньше предыдущего. Тяжелый наручный браслет из белого золота, несколько непарных женских сережек, приличный комок денежных знаков. Страшных находок, вроде откушенных пальцев, в этот раз не нашлось. И Борис этому факту очень обрадовался. Правда, среди бесполезных предметов обнаружились сломанные очки. Простые, без драгоценных металлов, но со следами крови и прилипшей к оправе прядью чьих-то волос. Ключи Красовский пересчитывать не стал, а просто свалил в ящик, их было 2 десятка. Туда же полетела и банковская карта. Опять иностранная. Монет тоже хватало.
Теперь к рублям и тенге добавились турецкие куруши и чешские геллеры. «Где ж ты все это берешь, старик?» Довольно пробормотал Борис и пошел резать мясо добытчику, а заодно и себе. Сегодня Красовский сделал много покупок, в том числе и для холодильника. Но, удивительное дело, забыл о водке. «Может быть, действительно хватит бухать?» – подумал он. «Лучше уж цветов купить для Верочки. Завтра у нее, кажется, день рождения, а она дама интересная. Вчера даже глазки состроила вроде бы». Насчет глазок, возможно, Борис заблуждался. Но то, что женщины в офисе отметили непривычную опрятность в обновленном гардеробе Красовского и внезапно появившийся аромат Хьюго Босса, в этом можно было не сомневаться. Хоть и ложился Борис спать в прекрасном настроении, но утро принесло ему неприятнейший сюрприз. Лорик ушел опять, но устроил хозяину ночью пакость. Вольер Пенелопы был пуст, а на полу обнаружились явные следы крови и ошметки шкурки с рыжей шерстью. Сомнений быть не могло. Бестия по-тихому проглотила морскую свинку. Борис выругался, к Пенелопе он давно и сильно привязался и теперь думал, как он сможет простить Лорику подобный поступок. «Сам дурак», — решил Борис. «Надо было предвидеть повадки хищного зверя и приобрести свинке вольер с решетчатой крышей, вроде как для зайцев делают. Но сделанного не воротишь, черт возьми. Упс. А не сожрал ли чего доброго этот варан с акульей пастью еще и собаку?» И Красовский заторопился на двор, но едва подбежал ближе к будке, от сердца отлегло. Норман был в полном порядке. Правда, шкодливый Лорик опять навалил кучу поблизости, и Борис вновь был вынужден проводить зачистку. Причем теперь пришлось бегать с лопатой два раза. На работе Красовский вручил букет белых роз Верочке, и имел со служивицей приятный и волнующий разговор. Стройная интересная брюнетка, тоже разведенная, 32 лет, то есть моложе Бориса на 2 года, оказалась благосклонной к его ухаживаниям. А вечером мужчина отправился в гости к приятелю Ивану, жившему через 1,5 десятка домов. С ним они когда-то вместе ходили на охоту, пока у Бориса не пропал интерес к подобному спорту. Иван недавно похоронил своего сторожевого пса и при случайной встрече обмолвился, что планирует взять щенка. А пока хотел на время позаимствовать у кого-нибудь взрослую собаку, которая умеет хотя бы греметь цепью и гавкать на посторонних. Борису нелегко далось решение одолжить Нормана чужому человеку. Но он подозревал, что это ненадолго. Интуиция ему подсказывала, что добытчик поселился у него не навсегда. За последующие 2 декады коллекция ценных предметов пополнилась, и притом изрядно. Борис прикинул, что с момента знакомства с Лориком бестия принесла ему почти 500 000 рублей, о которых ничего не было известно налоговой инспекции. Правда, иные пугающие находки то и дело вызывали у Бориса ночные кошмары. Пару раз Лорик опять отрыгивал чьи-то пальцы с кольцами. А однажды среди трофеев Красовский с ужасом и омерзением обнаружил 4 непарных женских уха с серьгами. И он был почти уверен, что это не добыча из городского морга, ибо кто же будет складировать там покойниц с сережками в ушах? Борис тщательнее обычного изучал сводки происшествий. А однажды под видом блогера уголовной хроники даже заглянул в пару травмпунктов, дабы невзначай выяснить, не теряли ли какие-нибудь дамы в последнее время уши и пальцы. Нет, ничего такого не происходило. Борис, правда, наткнулся в сети на один диковинный случай, когда женщине действительно откусила ухо бродячая собака, которую никто не успел разглядеть. Но это произошло в Берлине, что, естественно, не могло иметь отношения к ночным вылазкам Лорика. За это же время произошло важное событие в жизни Бориса. Он и Вера стали близкими друг другу без всяких кавычек. После третьей прогулки по набережной женщина пригласила Красовского на вечерний чай
и, как следовало ожидать, чаепитие затянулось до утра. Встречи их стали достаточно регулярны и происходили исключительно на квартире Веры. Во-первых, женщина жила совсем рядом с офисом, в отличие от Бориса, который тратил по часу времени в пробках, добираясь с работы на окраину, где проживал. Во-вторых, ему меньше всего на свете хотелось, чтобы Вера познакомилась с Лориком. Бестия выросла до размеров свиньи. Ее хвост постоянно шибал в комнате табуретки и стулья, точно кегли. А в разверстую акулью пасть могла легко поместиться человеческая голова. Тем не менее, варан оставался по отношению к Борису добрым и ласковым. Продолжал припадать на передние лапы, то и дело радостно гукал и курлыкал. А иногда переворачивался на спину и извивался на полу, дрыгая лапами и замирая от восторга, когда хозяин начинал чесать носком ботинка жесткую шкуру. Борис не без долгой борьбы с самим собой простил зверюге съеденную пенелопу, но клетку с попугайчиками подвесил повыше. Не без содрогания он избавлялся от ушей и пальцев по мере освобождения их от колец и серьг, чувствуя себя в такие моменты сотрудником Освенцима или Майданика. Очередная встреча Бориса с Верой едва не сорвалась. Подъезд, где жила Вера, был оцеплен полицейскими и людьми в защитных комбинезонах. В нескольких квартирах одновременно выявили заболевших новым, особенно опасным штаммом известного вируса. Жильцам подъезда настоятельно было рекомендовано хотя бы на сутки отправиться к родственникам, в отеле или к черту на рога. Проклиная заразу и новый порядок, Вера прилюдно заявила соседям, что ей деваться некуда, кроме как на дачу. Сама же предпочла поехать к Борису в гости, тем более, что она ни разу у него не была. Борис вспомнил, что Лорик принес очередную добычу только вчера, а два дня подряд он никогда не являлся. Как правило, варан шатался двое, а то и трое суток в своих поисках. И Борис уже давно не задавался вопросом, с кого именно бестия сдергивает украшения и чьи карманы выворачивает. Он начал воспринимать повадки животного как должное и уже привык к некоторым аспектам, появившимся в его жизненном укладе. Так что с легким сердцем усадил Веру в машину и покатил к себе на район. «Слушай, а у тебя тут классно!» Восхитилась Вера, когда вошла в калитку и оказалась на участке. «Прямо как коттедж!» «Ну, до коттеджа этому дому далеко», — поскромничал Борис. «Один этаж, да и то построен еще при социализме. Но все же три комнаты с удобствами». «Это замечательно! Смотрю, газончик ровный такой, яблони цветут, ух ты, какая красота! А запах... «Ранетки», — уточнил Борис. «Еще от прежних хозяев остались». «Ты как в раю здесь живешь. Соседей нет ни сверху, ни снизу. Кум королю, что тут еще скажешь? Слушай, а собака где? Ты мне про Нормана рассказывал, какой он умница. Я будку вижу, но пустую». «Дал на время хорошим людям», — произнес Борис. «Я ведь теперь частенько дома не ночую, а пёсика надо кормить регулярно». У влюблённых давно обнаружилась общая тема для разговоров. И Борис, и Вера обожали домашних животных. Каждый так или иначе держал у себя каких-нибудь зверушек. И оба страшно негодовали, когда слышали, когда люди выбрасывают надоевших любимцев на улицу. «Видела бы ты, какие питомцы у меня еще тут бывают», — думал Борис, но не стал ничего говорить вслух. Нет смысла рассказывать лишнее. Тем более на повестке дня у любовников была бутылочка полусладкого и мягкая постель, готовая принять обоих. «Эй, Боря, ты спишь? Проснись. По-моему, в доме есть посторонние. Ты слышишь? Кто-то кашляет, кажется». Борис провалился в очень глубокий сон, которому способствовало выпитое вино и долгие постельные утехи с Верочкой, обожавшей хороший и разнообразный секс. «Кашляет?» Сон как рукой сняло.
Неужели варан приволокся? С какой стати? Ведь он был здесь только вчера вечером. Громкий рычащий кашель повторился более отчетливо. Послышался топот жестких лап, который в ночной тишине казался грохотом бычьих копыт. Вера испуганно пискнула. «Борик, я боюсь!» — зашептала женщина и начала непроизвольно подтягивать одеяло, комкая его у себя на груди. «Ррр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 rr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 r
что-то делать. Вер, не бойся. Это еще один мой домочадец приперся. Я думал, во дворе будет спать, но он каким-то образом пролез через подпол. Боже, кто это? Ты не бойся. Я сейчас включу свет. Это ящерица. Всего лишь ящерица. Просто довольно крупная. Типа игуана, что ли? Не совсем, но тоже достаточно безобидная. Ну ладно, зажигай свет. Мужчина включил бра над постелью. Лорик, естественно, стоял на четырех широко расставленных лапах посреди комнаты и пялился под слеповатыми глазками на кровать. Словно впервые Борис обратил внимание, насколько мощными стали лапы у варана и какие страшные когти у него выросли. «Ничего себе, игуана!» — пробормотала Вера. «Борь, ты реально сумасшедший! Как можно держать в доме такое чудовище?» «Да он мирный», — ответил Борис, вставая. Так владелец свирепого бойцовского пса объясняет прохожим, что питбуль — это добрейшее существо, которое вполне можно выгуливать на детской площадке без поводка и намордника. Причем сам искренне верит этому. «Да уж», — скептически отозвалась Вера. «Так, приятель», — обратился Красовский к питомцу. «Давай-ка на улицу, ты нервируешь моих друзей». С этими словами он похлопал бестию ладонью по морде сбоку. В ответ Лорик разинул широкую розовую пасть, распахнув челюсти практически под прямым углом и продемонстрировав огромные остроконечные зубы, похожие на зубья двуручной пилы. «Да кто ж это такой?» — со страхом в голосе спросила женщина. «Это тасманийский варан», — неохотно и без особой уверенности произнес Борис. «Варан?» — воскликнула Вера. «Ты знаешь, я слышала про идиотов, которые держат в комнате крокодилов. Но я не думала, что ты один из них. Боже мой! Убери отсюда это страшилище, я хочу одеться. И отвези меня домой. Нет, я вызову такси. Вдруг у тебя в машине живет анаконда?» В голосе женщины слышались истерические нотки. Борис про себя выругался, но что за нелегкое принесла Лорика именно сегодня. «Давай, Зёма, давай!» Бормотал мужчина, пытаясь вытолкать варана из комнаты. Лорик вроде согласился покинуть помещение, но внезапно его пронзила длинная судорога. Он кашельнул и принялся затем хрипло и громко взрыкивать, содрогаясь всем телом и размахивая хвостом. От удара его кончика надломилась ножка у стола, и на пол посыпались остатки вечерней трапезы. Зазвенели разбивающиеся тарелки и бокалы, в угол покатилась пустая бутылка из-под вина. По всем признакам, добытчик сейчас должен был начать отрыгивать трофеи. Черт возьми, худшего момента варан не мог подобрать. Вера непроизвольными движениями, замотавшись в простыню, широко раскрытыми глазами наблюдала за конвульсиями громко кашляющего монстра. Она рискнула встать с кровати, но выйти в прихожую не могла, так как варан переградил дверной проем, раскорячившись поперек выхода. Минут 10 он тужился и напрягался, а затем, как обычно, разинул пасть и выбросил из желудка наружу новую партию хабара. В ней, как всегда, была масса ключей, монет и банковских карт, смятых денежных знаков. Но сегодня в номенклатуре появилось кое-что новое. А именно, пара мобильных телефонов. Золотые украшения тоже имелись. Облепленные слизью обручальные кольца покатились по полу в разные стороны. С последним спазмом Лорик отрыгнул рифленую гранату F1 в просторечии, именуемую лимонкой. Опасная штуковина с громким стуком ударилась о пол,
и варан прекратил сокращаться и дергаться. Но зато Вера начала дрожать всем телом. «Я не могу», — простонала она. «Что? Что это было? Выпусти меня, скотина!» Завизжала она, обращаясь, как понял Борис с досадой, отнюдь не к Лорику, который вдруг снова задрожал и затрясся, распахнул пасть и выплюнул еще одну находку. Откушенную почти посередину предплечья человеческую руку с массивными часами на ней. Обломки лучевых костей торчали из кровавого месива. Это зрелище добило женщину. Она издала крик, ужасный и отчаянный, срываясь на виск. Лорик и тот, кажется, испугался. Он шарахнулся назад, отползая в прихожую. Борис воспользовался этим, выскочил из комнаты и зажег в коридоре свет. Сняв висевшую на стене собачью цепь, ловко застегнул на варане ошейник и, как был в одних трусах, выволок бестию из дома. Затем затащил вяло упирающегося Лорика на задний двор и надежно укрепил свободный конец цепи за вкопанный в землю брус. После чего вернулся в комнату. Вера находилась в состоянии, близкому к шоку. Ее выпученные глаза бессмысленно остановились. Борис надавал женщине пощечин, дабы привести ее в чувство. Это пусть не сразу, но помогло, затем предложил ей одеться. «Я увел варана за дом и посадил на цепь», — пробормотал он. «Прости, что не предупредил тебя. Был уверен, что он не притащится». «С ума сойти!» — проворчала Вера. «Боря, извини за откровенность, но ты полный дебил. Держать в доме такое существо? Я даже не уверена, что это варан». «А кто же тогда?» Вера не ответила. Ее взгляд был направлен на кучу предметов, изрыгнутых Лориком. Страшная рука с часами лежала сверху. Лимонка валялась поблизости. Запал с кольцом чеки был вкручен в корпус. «Знаешь что, не вызывай пока такси», — произнесла Вера. Она почти успокоилась, начала одеваться. Натянула трусики, защелкнула лифчик, набросила платье. «Подай мне сумку, там телефон. Я позвоню в полицию». «В полицию?» – пораженно спросил Борис. «Зачем?» «Нет, ты точно идиот», – в сердцах сказала Вера. «Ты разве это не видишь?» Женщина показала пальцем на оторванную руку. «Черт, но ты представляешь, чем это кончится? Меня же под суд отдадут». «А твоего варана пристрелят». «И правильно. Ты же понимаешь, он покалечил человека? Или ты этого не понимаешь?» «Хорошо, хорошо, ладно. Дай только я гранату спрячу куда-нибудь. Если это вдруг окажется боевая, мне за нее 3 года дадут». «Боевая, говоришь? А если бы она взорвалась, пока твоего любимца тут тошнило всякими железками? От меня бы мокрое место только осталось». «Капец, это же у тебя натуральная сухопутная акула, которая заглатывает все подряд!» Со стороны двора послышались шум и грохот. Борис замер. Остолбенела и Вера. «Ты же сказал, что посадил его на цепь!» — начала женщина. Из входной двери с треском вылетел замок. Гремя обрывком цепи, в дом протопал Лорик. Выглядел он чертовски агрессивно. Борис еще никогда не видел своего питомца настолько разъяренным. Животное нагнуло голову, злобно заурчало и вдруг ринулось вперед, явно планируя сбить женщину с ног. При этом оно издало приглушенный низкий рев, который не мог издать ни лев, ни буйвол, вообще никакое реальное существо. Только монстр из ночных кошмаров. Каковым, наверное, Лорик и виделся Вере. Женщина взвизгнула, сделала отчаянный прыжок в сторону. Челюсти животного сомкнулись в том месте, где она стояла полсекунды назад. Звук захлопывающейся пасти был похож на тот, с каким одна бетонная плита падает на другую. Хоть и был монстр подслеповатым, добычу он чуял великолепно. Нюхом ли, слухом, а может быть, обладал, как многие, присмыкающиеся тепловым зрением.
Безошибочно определив сторону, в которую отскочила Вера, он прыгнул следом и сбил женщину с ног. Разинув пасть, цапнул ее за левую лодыжку, очевидно намереваясь повредить сухожилие. Услышав отчаянный женский крик, Борис кинулся к зверюге, обхватил ее обеими руками за туловище и попытался оттащить назад. Но куда там? Пусть еще совсем недавно мужчина мог поднять это животное точно кота, но за какой-то неполный месяц мелкая тварь вымахала в страшного хищника. И притом тяжеленного. Сейчас удержать бестию руками было все равно, что остановить бульдозер, вцепившись в него сзади. Тварь взмахнула хвостом, и Борис кубарем отлетел в прихожую, больно ударившись о косяк двери головой и плечами. Лорик вцепился пастью женщине в правую ногу. Подпрыгнув и встав на задние лапы, зверь оперся на хвост, как тираннозавр, и энергично затряс Веру, которая от боли и страха кричала без перерыва. Борис много в последние дни читал о варанах и потому понял, что зверюга вознамерилась сожрать добычу, ибо она поступала именно так, как большинство огромных ящеров в подобных случаях. Красовский кинулся в прихожую, взял стальной лом и, приметившись, свистнул монстра поперек спины. Впечатление было такое, будто лом приложился к толстому стволу вековой сосны. Борис размахнулся и врезал как следует. Такой удар точно бы переломил хребет крупному животному. Но Лорик только махнул хвостом еще раз, и хозяин вместе с ломом снова полетел к двери комнаты. Сам же зверь, повторяя повадки своего родственника с острова Комодо, повернул женщину на спину, уперся передними лапами ей в бедра и одним движением мощных челюстей разорвал нижнюю часть живота. Вера захлебнулась истошным воплем и на несколько секунд замолчала, пока ящер мотал головой, разбрасывая по сторонам с отвратительным мокрым звуком окровавленные петли внутренностей. Затем он с треском откусил женщине правую руку по локоть и принялся заглатывать ее, совершая ритмичные движения головой и шеей. Вера хрипло кричала и стонала. Пока Борис тоже что-то выкрикивал, охаживаясь стальным ломом бестию, которая на его глазах безнаказанно пожирала любимую им женщину. Изловчившись, мужчина нанес колющий удар ящеру в морду. Тот на секунду отвлекся от поедания Веры, повернулся рылом в сторону Красовского и издал чудовищный рык, щедро забрызгав при этом Борису лицо и шею кровью его подруги. Тот долбанул ломом тварь прямо в пасть. Все впустую. Третий удар хвостом оказался настолько силен, что Борис плашмя впечатался в стену и сполз на пол. В глазах начало двоиться. Не обращая никакого внимания на Красовского, монстр вступил передней лапой в развороченный живот, корчащийся в страшных муках Веры. После чего, раскрыв жуткого вида пасть, оторвал правую грудь вместе с лифчиком, которая с сочным чавканьем устремилась в бездонную жадную глотку. Желудок Бориса изверг содержимое, и мужчина потерял сознание. «Ну что, малыш, как поживаешь?» Борис протянул руку Норману, который счастливо подпрыгивал и взвизгивал, приветствуя хозяина. «Хорошо поживает», — ответил Иван. «Замечательный пес. Могу его еще месяц, ну хоть пару недель подержать. Не знаю, вдруг мой подрасти не успеет». «Месяц, говоришь? Как бы за такой срок он от меня не отвык. Норман, ты от меня не отвыкнешь за месяц?» Норман лизнул хозяину руку, уверяя тем самым, что нет, ни в коем случае не отвыкнет. «На месяц можно, но не дня больше», — проговорил Борис. «И будет взаимная просьба. Излагай любую. Одолжи ружье». «О как! Не ожидал! Зачем оно тебе?»
Старое хобби решил вспомнить. Одного вредителя надо шугнуть. А если опять мусора к тебе припрутся? Иван не случайно сказал «опять». Той кошмарной ночью кто-то проявил бдительность и вызвал стражей порядка на Борисов адрес. Типа слышны крики и грохот. Полицейские действительно прибыли, но лишь часа через три, когда Борис уже частично навел порядок в доме. Лорик, к слову, сбежал за полчаса до приезда патрульных, проявив поразительную интуицию. Полицейские обнаружили пьяного мужика, который смотрел какой-то американский боевик про изгнание бесов. Велели сделать потише и убрались. «Обещаю быть трезвым и громко телевизор не включать», — сказал Борис. «Ну смотри, это ж не косилку дать, и не генератор». «Я понимаю», — согласился Красовский. «Ну ладно, так-то ты мужик серьезный». «И по людям я точно стрелять не собираюсь», — заверил соседа Борис. «Слушай, а где твоя подруга?» — вдруг вспомнил Иван совсем не кстати. «Поссорились мы», — глухо произнес Борис, отводя глаза. «Вроде как уехала она. Замуж выходить собралась за кого-то». «Вот они, эти бабы!» — сочувственно подсокал языком Иван, разведенный уже по третьему разу. Красовскому повезло дважды. Мало того, что полицейские, которые терпеть не могут выезжать на шум у соседей, отнеслись к сигналу наплевательски. Так никто даже не стал разбираться, а не к Борису ли поехала его подружка, не вышедшая на работу без объяснения причин. Сослуживцы и соседи Веры в один голос заявили, что молодая женщина должна была поехать к себе на дачу, и следствие прочно завязло в другом направлении. После жуткой уборки остатков трупа Веры, которые не смог доесть набивший до отвала брюха Лорик, у Бориса в голове засела мысль отделаться от добытчика. Конечно, доллары, золото и бриллианты — это очень круто. Но слишком уж высокая оказалась цена за сокровища. Воистину подумаешь о бесплатном сыре. К слову, в том хабаре, который видела женщина, часы Cartier, висевшие на откушенной мужской руке, были опознаны как дешевая подделка. Впрочем, все остальное оказалось вполне настоящим. Варан, судя по всему, достиг размеров взрослой особи и стал почти неуязвимым. Даже лом не брал бестию, в этом Борис убедился на опыте. А хороший удар хвоста мог запросто сломать человеку ногу. Да эта тварь и самого Бориса сожрет по тихой грусти, с нее станется. Надо было, конечно, попытаться уничтожить страшного ящера, когда тот съел Пенелопу. Но сделанного, увы, не воротишь. Борис спал плохо. Три ночи подряд Вера приходила к нему, плакала и упрекала в идиотизме и преступном легкомыслии. Красовский опять начал пить по вечерам водку, но это помогало неважно. Он ждал возвращения Варана и, наконец, дождался. Знакомый до отвращения кашель послышался около 7 вечера. Это было очень на руку Борису. В такое время большинство жителей частного сектора приходили с работы и поднимали шум. Включали бензопилы, болгарки. Сосед напротив выволок из гаража старый мотоцикл и принялся его терзать. На что мотор то и дело громко бахал глушителем. С участка позади донесся мрачный бубнёж рэпа, до предела усиленный сабвуфером. Зверюга ввалилась в комнату, пройдя в дом через входную дверь. Борис давно прекратил ее запирать, хотя и отремонтировал замок. Размерами варан более вроде не увеличился. Но его лапы стали просто громадными. Эдакий динозавр. Можно было хоть сейчас разрядить твари ружье в голову. Но Красовский все же решил обождать. Пусть добытчик поделится уловом. Мало ли, что у него в брюхе сейчас хранится. И ящер начал делиться. Борис потом пересчитал извергнутые монстром предметы. Рассортировал и даже составил их список. Колец, сережек, цепей и браслетов набралось более сотни. Долларов Борис насчитал почти 6 тысяч.
евро чуть больше 1000, а отечественной валюты на 20 тысяч рублей с лишним, и это не считая юбилейных и иностранных монет. Среди бесполезных предметов опять была куча ключей, а также пара мобильников, темные очки, ложка, какие-то микросхемы, шестеренки и моток стальной проволоки. Что касается последнего предмета, впоследствии выяснилось, то был отрезок платины, применяемый в термопарах. В список Борис не стал вносить 3 патрона. 2 из них знакомые, калибра 5,45. Один же странный, весьма крупный, явно зарубежного производства. Борис измерил штангельциркулем диаметр пули. Получилось 11,43 мм. Вроде как по американскому стандарту 45-й калибр. Не стал он отмечать и привычные уже женские уши, в которые были вставлены серьги. На этот раз Варан отрыгнул 3, и все непарные. Но сами серьги Борис в реестр внес. Так же, как и пирсинг. Его Лорик отрыгнул последним, тужась и корчась еще минут 5 после того, как вывалил основную массу добычи. И неудивительно, ибо то украшение было прицеплено к губе, по всей видимости, женской. Варан прихватил не только пирсинг и не ограничился нижней губой, а вырвал челюсть целиком как есть, с зубами, костью, мышцами и кожей. Именно после того, как ужасная находка упала на пол, Борис твердыми руками поднял ружье, прицелился и выстрелил. Вообще, Красовский серьезно подумывал о том, чтобы обзавестись пулями из серебра. Благо, монет из этого металла и небольших слитков Варан натаскал изрядное количество. Но это уже выглядело паранойей. Хотя попытки объяснить добычу и повадки ящера с точки зрения здравого смысла могли запросто довести до сумасшедшего дома и интимного знакомства с галоперидолом. Бориса пока вряд ли можно было считать свихнувшимся. Но коллеги уже начали перешептываться. Замечая его реплики не в попад и внезапные хохотки, странно перемежающимися с периодами мрачной задумчивости. В нижнем стволе вертикалки находился патрон с пулей типа дьявола, залитый воском юбкой, направленной вперед. Своего рода разрывная пуля, способная остановить при метком выстреле носорога. Борис попал удачно. Дьявола впечаталась ящеру в голову между подслеповатым глазом и уголком сомкнутой пасти. Удар был настолько силен, что отбросил зверюгу почти на полметра. Оглушенный, потерявший ориентацию в пространстве ящер, судорожно заскреб по полу лапами. Пасть его раскрылась, а из нее хлынула кровь. Темно-красная, почти черная. Издав рычание, похожее на рев ракетного двигателя, Лорик устремился вперед с явным намерением покарать обидчика, покуда есть сила и ярость. Второй патрон из верхнего ствола выбросил прямо в пасть бестии заряд 5-миллиметровой дроби, по сути своей картечи. Выстрел прекратил движение ящера, разворотив тому переднюю часть головы. Нижняя челюсть разлетелась в клочья, на ее месте вывесился трепещущий фиолетовый язык. Широкий акулий нос разломился пополам. Лорик забил передними лапами и издал низкий воющий звук. Его хвост затрясся, и эта дрожь постепенно охватила все тело монстра. Из раны от пули и из пасти ручьями текла кровь. Лапы чудовища вскоре ослабли, и тяжелое тело рухнуло на пол, содрогаясь и подергиваясь. Минут через 10 прекратились и эти конвульсии. Но затем колотить начало самого Бориса, который выронил ружье и без сил сполз на пол рядом с застреленным добытчиком. Незваные гости пришли скоро. Впрочем, Красовский не сильно удивился этому. Подспудно он ждал визита кого угодно. Полицейских, сотрудников ФСБ, психиатров.
или даже ученых из какого-нибудь секретного института, занимающегося паранормальщиной. Наверняка ведь такие есть где-то. Их было двое. Среднего возраста мужчина и женщина, оба старше Бориса лет на 5-8. Немного похожий на казаха или китайца мужчина был лысоватым и довольно тучным. Он потел в синем костюме без галстука и то и дело вытирал лоб платком, зажатым в левой руке. В правой же он держал пистолет. Спутница этого человека была довольно высокая, фигуристая блондинка с тонкими чертами лица, короткой прической, большими голубыми глазами и плохой кожей шеи, напоминающей пергамент. Одета она была в бежевые брюки и черную кожаную куртку. В дом гости вошли достаточно бесцеремонно, пока Борис сидел на кухне и чистил овощи для винегрета, пытаясь вытряхнуть из памяти страшные картины недавнего прошлого. Судя по всему, двое пришли за тем, чтобы об этих картинах напомнить. «Не буду спрашивать, для чего вы здесь», — обреченно начал Борис, когда визитеры уселись за кухонный стол. «Но я так понимаю, что вы меня знаете лучше, чем я вас. Как я могу к вам обращаться?» «Мне нравится ваше спокойствие», — вежливо произнес мужчина глуховатым квакающим басом. «Меня можете называть Стас». «Я Таисия», — представилась женщина. У нее оказался высокий, довольно приятный голос. «Итак, я вас слушаю», — проговорил Борис. «Начнем с простого», — сказал Стас. «Где Фея?» «По-моему, это сложноватый вопрос», — заявил Борис. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Только не надо врать, что в последний месяц или около того к вам не захаживало некое существо, которое вы, очевидно, сумели каким-то образом прикормить и даже попытались приручить. Это так?» «Да, так», — признался Борис. «Могу спросить, на чем основана ваша уверенность?» «Спасибо интернету и некоторым ресурсам, где фото из соцсетей хранятся годами», — сказала Таисия. «Судя по всему, вы фотографировали Фею прямо здесь». «В этой комнате. Похожая обстановка». «Да и так понятно», — проворчал Стас. «Ну и где она?» «Она», — повторил Борис. «Я думал, он. Мне сказали на одном из форумов, что это тасманийский варан. Я не особенно этому поверил, потому что не нашел никакой информации о таком животном. Но, с другой стороны, его повадки...» Борис замолчал. Память услужливо подсунула ему картину, на которой Лорик трепал тело Веры, точно собака-крысу. «Надо же, варан!» – поразился мужчина. «Хотя да, внешность Феи могла подкинуть такую ассоциацию. Так, ладно, где?» «Закопано в землю примерно в километре отсюда», – сказал Борис. «Я был вынужден застрелить это животное». «Я так и думала», — вздохнула Таисия, обращаясь к Стасу. «Итак, уважаемый Борис», — пробасил мужчина, — «это очень плохо. Вы уничтожили, что вам не принадлежит, и причинили нам неслыханный ущерб. Я понимаю, исключительно по незнанию. Вероятно, Фея начала проявлять к вам агрессию. Вы можете мне объяснить, что такое Фея и откуда она взялась?» — спросил Борис. «Я думаю, можем», — сказал Стас, сделав паузу. «Потому что теперь нам очень многое предстоит сделать, и вам следует знать больше, чем всем остальным», — добавила Таисия. «Так вот», — начал Стас. «То, что вы приняли за варана, на самом деле таковым не является. Вы не поверите, но это свинья». «Свинья?» —
поразился Красовский. «Именно. Но не простая, так называемая Платонова свинья. Известна также как Кромионская свинья. Одно из порождений Ехидны. Не самое популярное, зато самое утилитарное и практичное, если так можно выразиться». «Ехидна — это австралийское животное, насколько я понимаю», — заметил Борис. «Ехидна — это богиня», — возразила Таисия. «Персонаж древнегреческих мифов. На деле же доязыческое божество, пришедшее либо из Шумера, либо из Египта». «Кажется, я что-то читал об этом», — сказал Борис. «Наполовину женщина, наполовину змея. Вроде как имеет отношение к Аиду». «Близко, но не точно», — сказал Стас. «Мифология-то, конечно, прекрасна. А ведь мы имеем дело с реальными явлениями. Но начнем с мифологии. Из нее нам известно, что Ехидна вступала в сексуальные отношения с богами, полубогами и еще кучей всяких разных существ. Включая простых смертных», — добавила Таисия. «Совершенно верно. Согласно тем же мифам, породила в свое время таких душек, как Цербер, Лернейская гидра, Немейский лев, Химера, Сфинкс». «А еще орла, который клевал печень Люцифера», — закончила Таисия. «Положено считать, что Прометея», — мягко заметил Стас. «Но ведь это же действительно сказки и легенды», — покривился Борис, думая, что ему повезло встретить пару сумасшедших. «В общем, да. Вы понимаете, что даже самые безумные магические или еще какие-нибудь допущения вряд ли объяснят внешность и действие той же Лернийской гидры, как и появление онной на свет. Все это выглядело значительно иначе, чем дошло до нас в несомненно искаженном виде. Впрочем, не будем про эту гидру. Я никогда ее не видел и, даст бог, никогда не увижу. Нас интересует Платонова свинья, она же фея, которая тоже является порождением Ехидны. Согласно мифу, якобы от чудовища по имени Тифон, но на деле отцом этого существа может быть обычный человек. Так случилось, что нам в руки попался крайне интересный первоисточник, в котором подробно описаны ритуалы общения с Ехидной, а также способы воспроизведения, если так можно выразиться, некоторых существ, которые наука объяснить не в состоянии». «Это попахивает бредом», — честно выразил свое мнение Борис. «А чем попахивает тот факт, что фея приносила вам? Точно не знаю, конечно, что именно, но ключи и золотые изделия должна была непременно. Вот это как-то можете объяснить, а?» — спросил Стас. «С точки зрения банальной эрудиции». Красовский развел руками. «Фея обладает зачатками разума», — сказала Таисия. «Так же, как и другие существа, которых может породить Ехидна. Сфинкс, если верить мифам, вообще отличался высоким интеллектом и мог легко общаться с людьми». «Это исключительные особенности происхождения сфинкса», — заметил Стас. «Но вот вы, Борис, наверняка обратили внимание, что фея гораздо смышленнее и сообразительнее, нежели какое-нибудь присмыкающееся. Тот же варан не в состоянии понимать человеческую речь и совершать осмысленные поступки». «Да, соглашусь». Лорик поначалу повадками походил на собаку. «Может, немного и на кошку». Визитеры засмеялись, хотя и не очень весело. «Поразительно! Вы дали имя этому монстру!» — откашлившись, произнес Стас. «Лорик, это ж надо додуматься!» — воскликнула женщина. «Ну, видите ли, эта зверушка, когда я ее впервые увидел, показалась мне достаточно обаятельной и смышленой.
Она быстро научилась оказывать знаки внимания, проявляла радость. Как собака, честное слово. Даже переворачивалась на спину и позволяла чесать брюхо. Стас и Таисия слушали Бориса с явным изумлением. «Теперь понятно, почему она вас не убила, когда подросла немного», — сказал Стас. «Вы, наверное, очень любите животных?» — спросила Таисия, поглядев на попугайчиков. «Ну, конечно», — произнес Борис. «И все же, как вы его приручали?» «Так еще профессор Преображенский сказал, что на любое живое существо можно воздействовать только лаской», — усмехнулся Красовский. «Мило», — произнес Стас. «Но в какой-то момент что-то пошло не так, верно?» «Да, Лорик, фея сожрала у меня морскую свинку и начала подбираться к собаке». «А вы чем ее кормили?» — заинтересовалась Таисия. Борис рассказал подробно. «Действительно, хорошо, что она не сожрала еще и вас», — сухо заметил мужчина. «Фея, конечно, никогда не откажется от протеина во всех видах, но живой корм ей ничем не заменить». «Мы давали ей кроликов», — сказала Таисия. «Думаю, если бы вы поступали так же, то на ваших собственных животных фея не стала бы покушаться. Тем более на вас». «Кроме того, меня весьма беспокоили части человеческих тел, которые она извергала из желудка», — признался Борис. «Я пытался понять, где находятся все травмированные ею жертвы, но не сумел». «Видите ли, эти люди могут быть достаточно далеко отсюда. Вообще недосягаемо для нас с вами. Вот смотрите». Таисия взяла лежавшую на столе авторучку и провела прямо на клеенке короткую линию. «Это наше настоящее время. Есть теория, что в каждую минимальную единицу времени эта линия разветвляется на все новые и новые реальности, новые фракталы по принципу превращения функции. Понимаете, да?» Борис кивнул, глядя, как женщина продолжает рисовать на клеенке что-то вроде ветвистого дерева. «И некоторые существа, порожденные по законам природы, отличающимся от привычных, могут пересекать эти ветки фрактала вот так, поперек». «Мне сложно с вами спорить, но эти находки здорово действовали мне на нервы. А может быть, из ваших знакомых пострадала не только свинка, а кто-то еще?» — сощурился Стас. Борис был вынужден выдержать этот взгляд. Признавать страшную смерть Веры ему очень не хотелось. «Так что вы говорили про первоисточник?» — спросил он, чтобы перевести разговор в менее опасное русло. «Есть книга, написанная на латыни. Год, если мы правильно разобрали, 1112-й. Возможно, Германия или Чехия. Кроме текста, кое-где уже практически нечитаемого, имеются изображения. В частности, есть и фея». «И несколько чудовищ пострашнее», — заметила Таисия. «Кажется, я находил в интернете страницу из древней книги», — сказал Борис. «Покажите», — потребовал Стас. «Я возьму телефон, только пообещайте, что вы не станете стрелять». «Не стану», — заверил мужчина. Борис показал на экране смартфона сохраненное изображение. «Да, верно. Все оттуда же. Несколько страниц кто-то откопировал и выложил в сеть. Идиот». «Почему?» — наивно спросил Красовский. «Да потому что есть знания, которые не должны быть доступными широким массам», — сварливо проквакал Стас. «Если какой-нибудь болван вздумает создать 3-4 подобия немейского льва, пусть даже не такого свирепого, как в мифе про Геракла, то и этого будет достаточно, чтобы истребить половину крупного города», — сказала Таисия. «Вы же в курсе, что сейчас происходит в мире? Повальное безумие. Бесконечные теракты, локальные конфликты
И когда безумцам или глупцам попадают в руки средства уничтожения, вы отлично знаете, чем заканчиваются такие вещи. Борис это, естественно, знал. «Вот поэтому, — сказал Стас, — мы не стали искушать судьбу и устраивать революцию или еще что покруче. Мы сумели призвать материальное воплощение Ехидны, и она организовала нам такого слугу, который в течение месяца весьма неплохо нас обеспечивал и который продолжал бы и дальше, если бы по незнанию и нелепой случайности вы не наткнулись на фею, которая должна была прийти к нам, а вовсе не к вам», — сказала Таисия. «Я подтверждаю, что это была случайность», — заверил гостей Красовский. «Кстати, могло ведь оказаться, что фею нашел бы кто-то другой. Она была в тот момент настолько уязвимой, что запросто могла попасть под машину. Или ее забили бы гопники чисто из хулиганских побуждений». «Ну и удивительно, что вы вообще заметили фею», — пробормотал Стас. «Разве только действительно случайно? Во-первых, она никому не попадается на глаза просто так. Мимикрирует. Во-вторых, даже будучи еще детенышем, она чрезвычайно устойчива к любым попыткам уничтожения. Убить Платонову свинью холодным оружием практически невозможно. Но разве что уронить на нее плиту весом в пару тонн. Вы, наверное, стреляли из ружья. Видимо, выбрали самый крупный калибр из доступных». «В общем, да. Кстати, о калибре. Я был в шоке, когда фея отрыгнула несколько боевых патронов. Однажды даже осколочную гранату. Возможно, всего лишь имитационную. Но я не стал проверять, так ли это». Стас энергично закивал. «Это была с моей стороны попытка предупредить вас, что фея не является исключительно вашей собственностью. Мы уже давно поняли, что бестия работает на два фронта. Но свинья и есть свинья. Я показал ей несколько патронов и других боеприпасов, после чего она послушно начала добавлять их к ассортименту». «Но, судя по всему, вы не вняли», — мрачно проговорила Таисия. «К сожалению», — развел руками Борис. «Я видел, что фея зачастую приносит совершенно бесполезные предметы. Потому и боеприпасы отнес к таковым». «Бесполезные? Это какие, например?» «Ну, пара раз очки, были ложки, шестеренки какие-то, телефоны и банковские карты. Про ключи я уже не говорю». «Ну вот ключи-то как раз теперь будут нам всем очень полезны», — выпалила Таисия. «Надеюсь, вы их не выбросили?» «Нет, оставил. На всякий случай сохранил. Вы говорите, полезны всем нам. Это как понимать?» «Очень просто», — сказала женщина. «Раз вы по глупости уничтожили нашу фею, вам придется потрудиться, чтобы помочь создать новую». «А то, знаете, мы уже как-то привыкли к постоянным 3, а то и 5 тысячам долларов в неделю», — веско произнес Стас. «И лишиться подобного дохода с вашей нелегкой руки, ой, как обидно!» «Теперь вы знаете значительно больше», — сказала Таисия. «И, думаю, не станете повторять ошибок. Вы поможете нам провести ритуал, а мы сделаем так, что вы никогда не будете ни в чем нуждаться. Хотите ли вы того или нет, но теперь вы с нами в одной связке». «Я так понимаю, это предложение, от которого я не могу отказаться?» — спросил Борис. «Вы очень правильно все понимаете», — серьезно подтвердил Стас. Черный лендровер съехал с шоссе и направился к полуразрушенным корпусам и зданиям старого совхоза. «Вы не представляете, как нам всем повезло, что вы зафиксировали точку GPS ближайшего портала», —
— сказал Стас. «В противном случае нам бы пришлось несколько недель потратить на изыскание». «Я думал, что просто лопнула шлейка», — сказал Борис. «Будем надеяться, что это не так», — произнес мужчина. «Видите ли, путешествовать между ветвями фрактала может только живая плоть. Ваш маячок, скорее всего, просто свалился». «Что мы там станем делать?» — спросил Борис. «Проверим по приметам, действительно ли это место подходит в качестве портала. Получится ли развесить все ключи, устроить блок для жертвы? Еще кое-что». В багажнике лендровера побрякивала коробка с ключами, коих должно насчитываться ровно 666. Пока до нужного количества немного не хватало. Но дело казалось легко поправимым. По словам Стаса и Таисии, данное число, известное по книге «Откровения» и толкуемое весьма невнятно, было очень распространено в египетских мистериях. И в те годы посвященные люди хорошо понимали его суть. «Фея, которую вы убили при своем рождении, увидела уйму ключей», — пояснил Стас. «Именно поэтому она и таскала их вам и нам в больших количествах. Но без ключей никак. Дело в том, что они поистине мистическим образом способствуют открытию портала, независимо от того, какое существо мы будем просить у Ехидны». «А какие вообще существа упоминаются в вашей книге?» — решил полюбопытствовать Борис. «И каких животных в жертву нужно приносить?» «Зачем это вам?» — насторожился Стас. — «Так, для общего развития». «Ну, если для общего. Чтобы зачать Платонову свинью, нам потребуется простая свинья. Это вы уже поняли. Для немейского льва нужна обычная львица. Возможно, самка другого крупного кошачьего. Для цербера — волчица или сука». Ехидна, как пишет, одаривает смертью жертвенных животных, взамен забирая их некоторые черты для своих порождений. «А что сказано про химеру или гидру?» — спросил Борис. «Часть текста утрачена, но и тут тоже требуется животное женского пола. Ехидна в этом плане разборчива, и на страдания самцов не ведется». «Вероятно, какое-нибудь крупное пресмыкающееся», — задумчиво произнесла Таисия, глядя в телефон. Она выполняла функции штурмана. «Крокодил или тот же варан? Вон там, смотри. Кажется, старые ворота». «Черт, отсюда мы к ним не подъедем», — проворчал Стас, развернул машину и погнал ее низиной по ровному бездорожью. «А что вы говорили про орла?» «В книге нет внятной информации», — сказала Таисия. «Кажется, я еще видел изображение козла, когда искал в интернете листы из нее». «А-а-а!» — оживился Стас. «Это прелюбопытнейшее создание. Знаменитый Бафомет, которого многие ассоциируют чуть ли не с самим сатаной. Если бы мы были ковеном ведьм, то могли бы принести в жертву Ехидне молодую козу. Тогда получили бы замечательного распорядителя для шабаша. Рогатого, кривоногого, не задающего вопросов и страдающего приапизмом». «Болтун!» — с досадой заметила Таисия. «А что касается сфинкса?» — начал Красовский. «Приехали!» — произнес Стас. «Борис, не сочти за труд, выйди, оцени, а? Можно ли открыть ворота, или же их придется вышибать или вытягивать?» Было ясно, что начальнику экспедиции неохота вылазить из машины под дождь. Ну ладно, черт с ним. Красовский подошел к воротам, обмотанным колючкой. Убедился, что их уже несколько лет не трогали. Ржавый амбарный замок словно ухмылялся, вися на скобах. «Можно выдернуть наружу», — сообщил Борис, подходя к машине. Тогда Стас разблокировал лебедку на переднем бампере, а Борис размотал часть троса и зацепил крюк за скобы.
Через несколько минут ворота с треском открылись, сорванный замок упал в грязь, и лендровер въехал на территорию старого предприятия. «Направо», — скомандовала Таисия. «Видимо, вон к тем боксам. Кажется, там была автобаза». Стас направил машину на территорию автохозяйства. Оно было не таким уж маленьким, кроме боксов тут имелась пара-тройка административных зданий, подсобки бытовки и отдельно стоящий одноэтажный корпус с небольшими окошками. «Туда», — показала на это сооружение женщина. Лендровер остановился возле него, и все трое вышли наружу. Стас подошел к дощатой двери, толкнул ее. С тихим скрипом она отворилась. Внутри было довольно темно, маленькие грязные окна почти не пропускали свет, и Стас включил мощный фонарь. Сооружение оказалось баней, вполне характерной для советских времен, с моечным отделением, небольшой парилкой и душевой с кабинками. На стену последнего помещения было прикреплено приличных размеров зеркало, сильно пострадавшее от времени. Амальгама отслоилась от стекла длинными вертикальными полосками. «А вот и шлейка с гаджетом!» — обрадовался Борис, увидев знакомый предмет в дверном проеме между моечной и парной. Он решил нагнуться и поднять его, но Стас удержал Красовского, ухватив за плечо. «Не трогай! Это уже не твое!» — сказал он. Борис не стал спорить. «Ну, что скажешь?» — обратился потом Стас к своей спутнице. «Надо проверить. У нас нет иного выбора. Но проверять придется уже как бы действуя. Значит, надо собрать все, что нужно, ничего не забыть и приехать сюда окончательно. Как в прошлый раз. Тогда все прошло гладко. А в прошлый раз вы проводили ритуал тоже где-то рядом с городом?» — поинтересовался Борис. «Да. На другой окраине, где старый аэропорт был. А сейчас там нельзя его провести. А тебе не все равно?» — сердито спросил Стас. Участники экспедиции понемногу начинали переходить на «ты». Борис снова понял, что разговор окончен. Стас мог бы сказать, что ему в принципе без разницы, где открывать портал, но в заброшенных зданиях аэропорта бродили весьма неприятные личности, от которых бы пришлось отстреливаться, если бы они вдруг решили проявить любопытство. Они уже его проявили, но, к счастью, после успешного проведения ритуала. «Все, поехали обратно», — произнес мужчина. «Завтра, Борис, мы за тобой заедем 8:00. Надо будет проехаться по областным бойням, а заодно и купить молодую хрюшку. За день управимся, под утро вернемся сюда и начнем обряд, мать его!» Описание ритуала привело Бориса в замешательство. Перед зданием, где будет открыт портал, необходимо поставить 2 зажженных смоляных факела. Под потолок моечного помещения потребуется подвесить все ключи, которые принесла Фея. До 666 не хватало пары десятков, их пришлось докупать на блошином рынке. Там же приобрели 3 банки черной краски, чтобы наложить внутри помещения особые знаки, представляющие собой шумерскую клинопись. Знаками также предстояло разрисовать дорожку от факелов до входа вместо ритуала. То был подготовительный этап, внешне достаточно безобидный, хотя и нудный. В том плане, что на стены нужно было нанести более 1000 глифов. В 3 разных скотобойнях Борис приобрел около 9 литров свиной крови по 3-литровой банке в каждой. Их надлежало установить на полу по углам треугольника, который понадобится изобразить вписанным в 2 концентрических круга и снабдить соответствующими ритуальными символами. «Я думал, когда вызывают демонов, рисуют пентаграмму», — сказал Борис. «Мало ли что ты думал», — нервно произнесла Таисия, изображая на стене угловатые глифы, поминутно сверяясь с распечаткой. «Во-первых, мы не вызываем ехидну, а призываем. Во-вторых, она не демон.
А в-третьих, пентаграмма — это мужской знак, в отличие от тригона. Мы здесь имеем дело с женским началом. Страшнее всего было со свинкой. Жертвенное животное, приобретенное у фермеров, лежало на боку со связанными ногами и то и дело скрипуче взвизгивало. Свинье надлежало распороть брюхо, зацепить трос подвешенного под потолком блока крючьями за кишечник и поднять жертву в воздух. На резонный вопрос Бориса Стас ответил: «Ты читаешь шведские детективы?» «Что-то вроде девушки с татуировкой дракона?» «Читал». «Нет, я про более старые говорю. Перволем Айшоваль, негодяй из Сафлёс, знакома?» «Нет». «У этих авторов встречаются весьма занятные описания, которые можно принимать к сведению». «Ага, вот», — произнес Стас, что-то найдя у себя в телефоне. «Слушай. Многому из того, что я знаю и умею, меня научил Стик Ньюман. Например. Ну, например, как выхолостить живую свинью, чтобы свинья при этом не визжала. Как отрубить ноги той же свинье, чтобы свинья при этом не визжала. Как выколоть глаза, как, наконец, вспороть ей брюхо и содрать с нее шкуру, и чтобы она по-прежнему не визжала». Он передернулся. «А знаешь, как этого добиться?» Мартин Бек качнул головой. «Очень просто. Надо вырвать у нее язык». Но если здесь Бориса лишь передергивало, то предстоящая встреча с Ехидной, а точнее с ее материальной оболочкой, вогнала Красовского в хтонический ужас. Ибо именно на него возложили важнейшую часть ритуала — совокупиться с богиней и отдать ей семя с тем, чтобы та в ближайшее время породила новую бестию, предназначенную для извлечения ценностей из окружающего мира. «Черт возьми, я отказываюсь от этого!» — заорал Борис, едва лишь понял, что от него, собственно, требуется. «Только попробуй», — прошипел Стас. «Между прочим», — произнесла Таисия, «не так давно он сам через это прошел, и, как видишь, с ним ничего страшного не случилось». «Правда?» Борис посмотрел на Стаса, словно видел его впервые. «В общем, да. Но знаешь, я бы предпочел, чтобы впредь это делал кто-то другой. И этим другим будешь ты. Не забывай, по чьей воле мы находимся тут и с чьей подачи сейчас станем приносить животное в жертву. Помни о том, что Фея на этот раз будет тебе особенно близка», улыбнулась Таисия. «И о том, что золото и доллары на дорогах не валяются». «Послушай», — Борис покосился на женщину. «Стас, можно я у тебя кое-что спрошу? Только наедине». «У нас нет секретов друг от друга», — отрезал Стас. «Спрашивай». «А что, если у меня тупо не получится? Ну, не встанет». «Во-первых, ты примешь Виагру», — сказала Таисия. «Рисковать нет смысла». «Во-вторых, тебе и без таблетки захочется», — блудливо усмехнулся Стас. «Ведь это не просто женщина. Это богиня». Борис в очередной раз вышел из дискуссии, понимая, что аргументов у него нет. Свинья даже с вырванным языком громко хрипела и рычала, пока Стас собственноручно распарывал ей брюхо острым ножом снизу доверху. А когда зацепленные за петли кишечника крючья потянули животное под потолок, она даже попробовала завизжать. В зеркале отражалась вторая свинья, словно бы исполосованная точно зебра. Оставив истекающую кровью жертву висеть в помещении с душевыми кабинками, трое вернулись в моечную, где по углам горели черные свечи. Черными же простынями Таисия задрапировала маленькие окна. По требованию Стаса Борис опустился на четыре кости перед нарисованным треугольником
А Таисия достала телефон и включила запись какого-то текста, зачитанного ею нараспев. Судя по всему, на греческом. В некоторых паузах, отмеченных на записи негромким сигналом зумера, женщина проговаривала слово «Эрхамая». Из соседнего помещения доносились стоны и хрипы вздернутой за потроха свиньи. Внезапно потянуло холодным воздухом, пламя свечей затрепетало. «Она идет!» – прошептал Стас. В голосе этого мужчины, судя по всему, далеко не труса, Борис услышал нотки страха. Таисия шумно сглотнула, но продолжила инвокацию, все громче произнося непонятное слово. «Глотай таблетку», — сказал Стас. Борис не успел это сделать. Снаружи вдруг донесся нарастающий звук плохо отрегулированного автомобильного мотора. Самое скверное было в том, что он приближался и довольно быстро. «Вот черт!» — прорычал Стас. «Принесло же кого-то!» «Факелы заметили», — с досадой произнесла Таисия. «Задуваем свечи, прерываем ритуал. Борис, поди скорее скинь свинью с потолка. Нельзя, чтобы это увидели посторонние». Автомобиль, судя по мучительному звуку мотора, допотопные «Жигули» подъехал уже совсем близко. Таисия и Стас погасили свечи и выскочили наружу. Красовский замешкался. Он попытался спустить кряхтящую и корчащуюся свинью на пол, но лебедку блока заклинило, и после пары неудачных попыток Борис тоже решил по-хорошему свалить. Но было поздно. Чьи-то голоса доносились уже от самой двери. Заметив люк в низком потолке предбанника, ведущий, очевидно, на чердак, Борис подтянулся на латунных крючках для одежды и полотенец, затем ухватился за проем люка и протащил тело наверх, распластавшись на грязных досках. Это он сделал как нельзя вовремя, потому что внутрь вошли трое. Судя по всему, то были мужчины. Двое постарше, один, похоже, находился еще в достаточно юном возрасте. «Неплох ты тут устроился», — сказал кто-то из старших. «Смотрю, даже занавесочки повесил на окнах». «Ничего я не вешал», — произнес молодой. «И факелы не я зажигал. Тут, наверное, какие-нибудь реконструкторы или толкиенисты швабрами махают». «Твою ж мать!» — произнес третий мужчина. «Здесь все такими же иероглифами исписано, как на улице. И ключи с потолка свешиваются». «Да их же несколько сотен! Банки какие-то, свечи, круги нарисованы. Блин, да тут, походу, сатанисты орудуют!» «Слушайте», — заговорил первый из вошедших, — «по-моему, в другой комнате кто-то хрипит. Посмотреть бы! А тебе сильно хочется это делать?» «Да если честно, не очень. Слушай, а что в этих банках?» Послышался звон разбитого стекла. «Мужики, да это ж кровь!» – заорал молодой. «Нифига себе, сколько ее тут!» «Нет, надо зайти посмотреть», – сказал кто-то из мужчин. «Если мы действительно спугнули сатанюк, то там может вполне лежать какой-нибудь связанный бедолага». На пяток секунд все стихло, затем кто-то дико заорал, и с громким топаньем под Борисом промчались три пары ног. Хлопнула наружная дверь. С улицы донеслись омерзительные звуки, кого-то вырвало. «Блин, это же реально нелюди какие-то тут! Братка, надо звонить в полицию!» «Ты чё, дебил, что ли, в полицию? Тебя же первого примут! Эти сатанюги уже улепетывают во все лопатки! А раскрывать дело за счет кого менты будут?» «Какое дело?» «Жестокое обращение с животными. За это ведь статья есть. Потом всякие темные культы сейчас положено гнобить, так что нам могут еще чего пришить. Какое-нибудь оскорбление верующих. Короче, валим отсюда, будто нас тут и не было».
«Слышь, студент, рот на замке держи, понял? Да?» Хлопнули двери машины, взвизгнул стартер, зарычал двигатель. Непрошенные гости убрались. Красовский перевел дыхание. «Надо же, ведь вот невезуха случилась!» «Невезуха? Но это еще с какой стороны посмотреть?» «Если бы эти мужики застукали тут Бориса, пляшущего в обнимку с разделанной свиньей, они бы и его чего доброго на мясо пустили!» Он собрался слезть вниз, но вдруг снова хлопнула дверь. Это уже вошли Стас и Таисия. «Хорошо, что ты догадался машину подальше спрятать», — сказала женщина. «Конечно, но эти ублюдки нам поломали весь ритуал. А было бы лучше, если бы они явились минут через 5-10?» «Ты права, но было бы лучше, если бы вообще не явились. Надо проверить, через какие ворота их черт принес. Где этот гребаный Борис?» «Скорее всего, сбежал, иначе бы его наверняка избили тут». «Возможно. Набери-ка номер». Телефон Бориса был выключен. Об этом и сказала Таисия. «Ну ладно, что теперь будем делать?» — спросила она потом. «То же самое. Завтра опять по бойням и по фермам. Сделаем новые факелы, портал работает, ты сама видела. Эти клоуны вряд ли сюда теперь сунутся. А с Борисом, как мы раньше решили, так и будет?» «Конечно. Ты меня слушай, я плохого не посоветую. Лишь только он сделает свое дело, придется его оставить здесь. Не вижу причин, которые помешали бы нам поступить иначе». «Ты права, он глупо непредсказуем. Главное, чтобы не вздумал в последний момент пойти на попятную». «Он не пойдет, лишь бы только ехидно не закапризничала. Ты ведь тоже читал, что некоторых мужчин она убивает вместо того, чтобы принять». «Слушай, Тай, а как все-таки со сфинксом? Там же четко написано. Предсказывает будущее, ограждает от врагов, предупреждает о болезнях и травмах». «О чем это ты?» «Я все про тот наш разговор думаю. Мне кажется, мы размениваемся на мелочи. Понятно, что Фея может принести нам миллионы, и притом не в рублях. Но при нынешних порядках поди докажи, что это законно. А со сфинксом можно делать все, что угодно. Хоть на Форексе играй, хоть на собачьих бегах. Плати налоги и богатей другим на зависть. Плюс куча приятных бонусов. Спрашивай про завтрашний день и получай правильные ответы». «Но ты же знаешь, кого придется принести в жертву, чтобы ехидно породила сфинкса? Это же человекообразное существо, не гидра и не свинья». «Мою бывшую, например». «Вот знаешь, Стасик, ты вроде умный, но вы, мужики, порой такие идиоты бываете. Прости за откровенность. Я ничего не имею против, чтобы выпустить этой стервой кишки. Но ты не учел одну важную деталь. Очень важную». «Какую?» «Тихо. На улице кто-то есть». «По-моему, никого», — ответил Стас, прислушиваясь. «Ладно, нет смысла тут сидеть. Поехали. Борис рано или поздно вспомнит, что у него телефон выключен. Как только выйдет на связь, подберем его. Вряд ли он далеко ушел». Двое вышли из помещения бани. Борис снова перевел дыхание. Все было понятно. Он и без того подозревал, что сладкая парочка решит от него отделаться. Но не ожидал, что это должно случиться прямо здесь, после ритуала. «Вот сволочи!» Подождав пяток минут, Красовский спустился с чердака, осторожно выглянул наружу и зашагал к воротам совхоза. Только миновав их, рискнул включить телефон. Вызов не заставил себя ждать.
Второй раз подготовка к ритуалу шла как по накатанной. Пришлось лишь немного подновить знаки на асфальте. Опять зажглись дымные факелы. Мужчины внесли внутрь помещения новую, связанную по ногам свинью. Борис выжидал удобный момент и, наконец, дождался. Когда Стас наклонился над хрюшкой, его широкий зад оттопырился, а куртка задралась чуть ли не на голову, Красовский без малейшего труда вытащил у него из висящей на боку кобуры пистолет. Сам тут же отскочил назад, чтобы пара оккультистов была перед его глазами. «И что теперь?» – прорычал Стас. «Я все знаю», – произнес Борис. «Вчера я спрятался на чердаке предбанника и слышал, что вы планировали меня пристрелить сразу по окончании ритуала. Я даже знаю, кто именно так решил. С твоей стороны, Таисия, это просто запредельное свинство. Не уверен, будете ли вы сейчас с этим спорить». Стас и Таисия переглянулись друг с другом. «А ведь он не так уж и глуп оказался, верно?» — произнесла женщина, обращаясь к своему спутнику. Борис ранее занимал вопрос, кем эти двое являются по отношению друг к другу. Супругами, любовниками, родственниками или же просто сообщниками. Но сейчас ему не хотелось уточнять. Его это уже не интересовало. «Мы проведем ритуал», — сказал Борис. «Но по моему сценарию. Таисия, скажи, под каким именем у тебя в телефоне находится запись той молитвы? Или как она правильно называется?» «Молитвы?» — с презрением повторила женщина. «А если я не скажу?» «Сам найду», — пожал плечами Борис. «Только на это уйдет куча лишнего времени». Имя файла Таисия сказала название. «Надо же, как просто. Это я так, на всякий случай. Вдруг ты откажешься призывать ее. К тому же слово «эрхамай», что на древнегреческом значит «приди», я уже выучил. Всегда говорил, что от интернета один вред». Сокрушенно покачал головой Стас. «Ну и каков твой сценарий?» «Все будет примерно так же, как мы и планировали», — сказал Борис. «С той лишь разницей, что ехидну буду трахать не я, а все-таки опять ты. У тебя уже есть положительный опыт, так что на успех больше шансов. К тому же я узнал одну сильно встревожившую меня вещь. А именно, что ехидна запросто может убить мужчину, который к ней приблизится. Опять же, из вашей вчерашней беседы». Стас выругался. «Еще одно отличие моего сценария. Мы все останемся живы после ритуала. Закончим и уедем. Правда, я на всякий случай оставил где надо сообщение, что если со мной вдруг что-то случится, пусть полиция ищет мужчину и женщину с вашими именами и приметами». «Я гляжу, ты все предусмотрел», — проворчал Стас. «Пообщаешься с вами и со всякой нечистью, еще и не таким параноиком станешь». «Ладно, ты нам не оставляешь выбора», — сказал Стас. «Пошли вешать свинью». И вот тут зазевался уже сам Борис. Вообразив, что обеспечил себе превосходство, Красовский слегка расслабился и не успел даже возмутиться, как его крепко схватили две пары рук. При этом одна из них применила удушающий прием, другая стала пытаться отобрать пистолет. «Отдай пушку, гад!» – шипел Стас. Борис попытался освободиться, но его держали крепко. Хрипя и задыхаясь, он изловчился и направил ствол пистолета чуть выше своей головы и нажал спуск, надеясь не попасть себе в лоб. Следом за оглушительным хлопком сразу же ощутил, что удушающие объятия расцепились. Он извернулся и отскочил в сторону. В лоб Красовский попал не себе, а Стасу. Грузный мужчина умер мгновенно. Он распластался на кафельном полу, раскинув руки и ноги в позе морской звезды. Таисия смотрела на труп с непередаваемым ужасом. «Ты что наделал?» – тихо спросила она его. «Что вы наделали?» – парировал Борис. «К
«Какого черта вы вообще вздумали отбирать у меня пистолет? Я же сказал, я честно пообещал, что ничего плохого вам не будет!» Теперь и Борис начал испытывать чувство, близкое к безнадёге. Может быть, он и натворил немало глупостей, но последний поступок этих двух культистов стал поистине апофеозом идиотизма. «И что теперь ты будешь делать?» Плачущим голосом заговорила женщина, словно не понимая его и не слыша. «Будь я проклята, если стану тебе помогать! И будь я проклята, если не сдам тебя в полицию! Мне уже плевать! Откуда же ты взялся, скотина, сумевшая испоганить все, что только возможно?» Борис сидел на холодном полу душевой, держа пистолет. Напротив отчаяния ломала руки Таисия, угрожая Красовскому и понося его, на чем свет стоит. Посреди помещения лежал труп Стаса. В дальнем углу валялась дохлая, выпотрошенная еще вчера свинья. Вторая свинья, пока что живая, дергалась и повизгивала в другой стороне помещения. У Бориса, чей разум и так уже начал сдавать под ударами судьбы, перед глазами словно перевернулась картинка в калейдоскопе. Если предыдущий узор был абстрактным и страшноватым, то теперь он вдруг стал упорядоченным, понятным и достаточно явственным для того, чтобы решить, какие именно действия следует предпринимать дальше. «А ведь Стас был прав», — сказал Борис. «Знаешь, в чем?» И поскольку Таисия не ответила, он продолжил. «В том, что вы размениваетесь на мелочи». С этими словами он встал и выстрелил женщине в правую голень чуть ниже колена. Та отчаянно взвизгнула, подтянула раненую ногу, закричала. «Идиот! Кретин! Сука, что ты делаешь? Больно какой, мама!» «Теперь ты никуда не убежишь», — произнес Борис удовлетворенно. Он вышел в разрисованную клинописью и увешанную ключами моечную. Зажег свечи, потом открыл сумку Стаса. Вынул рулон скотчем, вернулся к Таисии, которая жалобно стонала, держась за раненую ногу. Не обращая внимания на ее слабое сопротивление, заклеил ей рот, связал руки и ноги. Затем взял нож Стаса, которым тот вчера вспарывал брюхо свинье, и планировал повторить такую же операцию в ближайшее время. Сам же острым лезвием разрезал на женщине кофту и блузку, раскинув предварительно полы куртки. Затем вонзил нож ей в нижнюю часть живота и потянул клинок вверх, делая короткие возвратно-поступательные движения. Таисия выла носоглоткой и отчаянно дергалась и извивалась. В глазах ее застыл нечеловеческий ужас. В истекающем кровью разрезе мелькнули розовато-сизые петли стремящегося наружу кишечника. Борис взял крючья, привязанные к тросу блока, и зацепил их за внутренности женщины примерно так же, как вчера это проделывал с потрохами свиньи. Потом начал вращать лебедку. Корчащееся в муках тело пошло вверх. Утробный вопль Таисии, рвущий ей глотку, не смолкал ни на секунду. На полпути до потолка через разрез в животе выскочил желудок, за ним потянулась часть вытянутого в струну пищевода. Висящее почти параллельно полу тело качнулось, свесившись головой вниз. Кровь бодро стекала с него, сливалась в темные лужицы и устремлялась в канализационный сток. Оставив женщину висеть на собственных кишках и содрогаться в неописуемых мучениях, Борис перешел в моечную, взял телефон Таисии, сам устроился по-японски возле нарисованного на полу тригона. Включил запись с речью призыва Ехидны, стал внимательно его слушать и в нужных местах истово произносить слово «Эрхамая», с замиранием сердца прислушиваясь к происходящему. Кроме приглушенных воплей и стонов Таисии, пока что ничего более не было слышно. Но вот опять потянуло холодком, огни свечей затрепетали, затрещали. Борис ощутил, что помещение заполняет некая сущность,
которая проявляет к нему интерес, словно бы трогает его тело, и, как ни странно, не снаружи, а будто изнутри. Внезапно у него начал вставать член, притом без всяких таблеток. Про Виагру Красовский даже и не вспоминал сегодня. Помещение быстро заполняла темнота, словно клубящийся дым. Стены исчезали, лишь мерцали огоньки свечей. Катящееся нечто приближалось. На Бориса дохнуло странным запахом, похожим на смесь дыма тлеющего ладана и аромат разгоряченной женской плоти. Член напрягся до предела, сердце пустилось вскачь. Тьма начала обретать очертания. Секунда другая, и перед Борисом обрисовались контуры женской фигуры. Призрачное создание с каждым мгновением становилось все более реалистичным и ощутимым. Мускусный аромат влагалища заполнил помещение. Не помня себя и не в силах оторвать взгляд от материализующегося тела, Борис начал трясущимися руками расстегивать джинсы. Вскоре ехидна предстала перед ним во всей своей красе. Древняя богиня выглядела как самая настоящая женщина с длинными черными волосами, идеальной фигурой и излишне, может быть, тяжелой грудью. Черты ее лица были скорее семитские или даже арабские, нежели, к примеру, греческие. Руки оканчивались длинными ногтями, более похожими на когти хищника. Бедер как таковых не было. Тело к низу от живота и паховой области смыкалось в нечто единое, цилиндрического сечения, довольно длинное и скрывающееся во мраке. При определенном уровне фантазии это действительно можно было принять за змеиный хвост. И тем не менее женским органом ехидна обладала. Вполне человеческим, с крупными губами, сочными и манящими. Она что-то произнесла на неизвестном Борису языке. Но фраза не нуждалась в переводе, и так все было понятно. Даже не заметив, как остался без джинсов и белья под ними, мужчина шагнул вперед и совершенно естественным образом погрузил член в тело богини. Та подалась ему навстречу, потом откинулась назад и легла на спину. Бедра Бориса обхватили нечто покрытое чешуйчатой кожей, но такие мелочи смутить уже не могли. Начав делать движение, он подумал, что его ничто и никто не может остановить. Время преобразилось. Оно стало одновременно и вязким, и быстрым. Чем сильнее Борис ускорялся, тем более плавно и тягуче текли минуты. И когда накатил оргазм, он длился то ли 5 секунд, то ли 5 часов. Это было невозможно определить чувствами. Но на какой-то миг вдруг пришло ощущение ужаса, когда Борис вынул член и приподнялся над телом ехидны. Огромное разверстое влагалище богини было изнутри ребристым и немного напоминало выпотрошенную курицу, если смотреть на нее со стороны гуски. Богиня издала протяжный гортанный рык, и на мгновение лицо молодой женщины превратилось в покрытую язвами и струпьями физиономию древней старухи с валившимся носом. А в следующий миг тьма вдруг сконцентрировалась и мягко, но оглушающе шарахнула Бориса в лицо и грудь, выбрасывая из иллюзии вовне, наружу, на холодный кафельный пол заброшенной бани. Красовский потряс головой и приподнялся. Тьма, похожая на клубы дыма, стремительно редела и исчезала в углах помещения. Свечи почти все догорели. Из душевой не доносилось ни звука. Член Бориса опал, в голове звенел неясный шум. Запах ладана и мускуса по-прежнему витал в воздухе, постепенно исчезая. Подняться на ноги было невозможно. Тело заполнило неприятная слабость, как после тяжелой болезни. Примерно через 10 минут Борис собрался с силами и рискнул войти в моечную. Таисия, видимо, истекла кровью, и смерть милостиво прекратила ее мучения. А может быть, действительно постаралась ехидна. Будь по-другому, Красовский, несомненно, бы застрелил женщину,
Но судьба распорядилась иначе. Он хотел выпалить в ухо свинье, но вдруг решил: «Хватит на сегодня смертей». И вообще, сказал бы ему кто-нибудь месяц назад, что он начнет убивать животных, так еще бы и дал по морде тому, кто мог придумать подобную чушь. Поэтому Борис перерезал путы на ногах свиньи и вытолкал ее из здания наружу. В любом случае, ей должно повезти больше, нежели вчерашней соплеменнице. Когда свинья потерялась из виду, Красовский вынул из лендровера канистру с бензином, которую Стас всегда возил с собой, как и полагается заправскому водителю брутального внедорожника. Подогнав машину вплотную к бане, Борис расплескал примерно 2/3 содержимого канистры по помещениям, а остальное вылил в салон автомобиля, после чего чиркнул спичкой и бросил ее в баню. Дождавшись, когда огонь разгорится, поджег лендровер. Отойдя на несколько шагов и убедившись, что пожар надежно охватил постройку вместе с машиной, отвернулся и зашагал прочь. Гость, вернее, гостья, явилась спустя 9 дней после того, как Борис занимался сексом с богиней, устраивал жертвоприношения и поджоги. Он ждал этого пришествия, но немного и побаивался. Смотря на неподвижные черные глаза без белков на словно бы каменном девичьем лице, Борис вдруг осознал, что видит собственную дочь. И эта дочь не что иное, как сфинкс, порождение злой богини Ехидны. Тело девушки было покрыто рыжеватым коротким мягким волосом, напоминающим львиную шерсть. Волосы на голове были того же цвета, только значительно более длинными, спускающимися до плеч. Руками девушка пошла в мать. Изящные пальцы оканчивались звериными когтями. В кого она пошла ногами, про это Борису не хотелось и думать. Уж больно они напоминали лапы незабвенного лорика. «Проходи», — улыбнулся Борис, протягивая руку существу и удивляясь тому, что никто не заметил, пока оно двигалось по улицам. Если вообще, конечно, по улицам. Возможно, ему достаточно было пересечь те самые фрактальные линии, чтобы выйти из одной точки мира и оказаться в другой, не тратя на это время и не привлекая внимания посторонних. Девушка-сфинкс прошла внутрь бесстрастно, но пристально разглядывая интерьер. С некоторым усилием Борис сумел усадить ее в кресло. Она села, устроилась поудобнее и положила ногу на ногу вполне нормальным человеческим движением. «Давай знакомиться», — сказал мужчина. «Меня зовут Борис. И я, в некотором смысле, твой отец». Порождение Ехидны открыло рот и произнесло какую-то фразу. Язык этот был Борису неизвестен, но в грубом голосе определенно прослеживалась вопросительная интонация. «Я тебя не понимаю», — сказал он. «Скажи мне вот что». Девушка-сфинкс не стала дожидаться окончания реплики Бориса. Она с явным нетерпением всплеснула руками и разразилась энергичной тирадой, в которой слышались одновременно вопрос, негодование и раздражение. И тогда Борис задумался. Будучи человеком довольно начитанным и эрудированным, он отлично представлял себе, как звучит латинская или греческая речь. К тому же греческую он не так давно имел возможность слышать. Но язык, на котором обращалась к нему гостья, никак не походил ни на одну из этих речей. «А если это язык древнего Египта?» – подумал Борис. «Или Шумера, что еще не легче?» Про другие вымершие языки Красовский тоже немного знал. В частности, что существует копский язык, имеющий сходство с языком позднейшего египетского царства.
и что ученые сумели восстановить звучание согласных в некоторых египетских словах. Но коль скоро древние египтяне не отражали гласные на письме, то их можно было произносить наугад, что, естественно, не могло быть адекватным воспроизведением языка. Схватив телефон, Борис нашел в интернете запись коптской православной службы и поднес аппарат к лицу девушки-сфинкса. Та бесстрастно слушала проповедь священника в течение 3 минут, затем звучно зевнула и резким кошачьим движением выбила телефон из рук Бориса. Мобильник отлетел к стене и моментально отключился. «Хаум крум касаур дигекала». В третий раз послышался все тот же вопрос. И вот тут Борис отчетливо понял смысл фразы, которую произнесла Таисия в ответ на озвученные вслух идеи Стаса. «Ты не учел одну важную деталь», — сказала она тогда. «Очень важную». В отчаянии Красовский обхватил голову руками. «Ну, конечно же! Надо быть таким глупцом, чтобы вообразить, будто с порождениями доязыческой эпохи можно общаться на русском или каком ином живом языке. Даже латинский или греческий возникли намного позже, чем скончался последний носитель языка времен Рамзеса II или Саргона Великого. Удивительно, конечно, что греческому внимает ехидна. Но в этом, наверное, исключительная заслуга современников Одиссея. Общение, очевидно, невозможно. Безумные планы играть вместе с порождением богини в беспроигрышные игры рассыпались в прах. Разве что удастся обучить девушку сфинкса хотя бы нескольким словам. «Смотри», — заговорил Борис, показывая пальцем на себя. «Мужчина». Затем ткнул пальцем свою руку, говоря: «Рука! Рука!» Таким образом он назвал на себе все части тела, после чего предложил гости сделать то же самое. Он взял ее за ладонь, направил оканчивающийся когтем палец ей в грудь и подбадривающе сказал: «Ну?» Девушка-сфинкс отбросила от себя руку незадачливого папаши и сердито повторила свой вопрос. Подождала с минуту ответа, но не дождалась и встала в кресле во весь рост. «Аурнагуэ!» – произнесла она и засмеялась. Смех сфинкса напоминал рыканье льва и мяуканье кошки. Злобный взгляд каменных глаз заставил Бориса съежиться. Дочь ехидно размахнулась и изо всех сил ударила его в грудь. Когти пронзили кожу и мышцы. Красовский повалился на пол. «Аурнагуэ!» Услышал он снова. Да, видимо, она абсолютно не способна к языкам. С досадой подумал Борис, глядя, как рука со страшными когтями направляется ему прямо в горло.